самокате тоже неплохая скорость выходит. Думаю, мальчишке не уйти от меня. Главное угадать, куда он поехал. Ближайшая локация отсюда — лагерь орлов. Нужно заглянуть туда. Вдруг он по детской наивности решит искать помощи там. Кажется, я заблудился. Даже карта не помогла. В любом случае, на ней не указано, где находится ближайший полицейский участок. Значит, придется просить помощи у первых попавшихся людей. Здравствуйте. А что это за место? Здравствуй, мальчик. Это лагерь орлов. Самое милосердное место на Земле. Здорово. Значит, тут мне обязательно помогут. Я, кстати, всегда мечтал пожить в детском лагере. Не слушай его. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. А почему вы все в масках? Маски, которые мы одеваем, делают нас красивее. Сначала это, конечно, неудобно и мешает кушать. Сосиски не пролазят сквозь маленькую щелку для рта, а молоко проливается на рубаху. Но мы привыкли. Зато так мы все одинаковые, и никто не оскорбляет нас, не говорит, что мы уродливы. Мы думаем, что это единственный способ, чтобы избежать боли от унижений и насмешек. А вы что, действительно так уродливы? Мы не знаем. Но вдруг это так? Лучше не рисковать. Да перестаньте! Что вы себе накручиваете? И вообще, внешность — это не самое важное. Главное, чтобы человек был хороший. Если ты страшный на вид, так найди в себе другие достоинства, которые затмят твою внешность. Вот ты, подойди ко мне. Сними маску. Нам не разрешают их снимать. Да кто вообще придумал этот бред? Снимай давай. Не могу. Мне страшно. Вдруг я уродлив? Вы сами придумали себе проблему и свято верите в нее. Снимай сейчас же. Ладно. Можешь одеть обратно. Но я еще раз повторю, внешность не самое главное в человеке. Тихо. Монахиня идет. Какая еще монахиня? Я же говорил тебе уходить, пока не поздно. Что тут происходит? Так, так, так. У нас новый мальчик. Здравствуйте. Я приехал сюда, чтобы просить вас о помощи. Дело в том, что я только что сбежал от мороженщика Рода. Роди? Что, простите? Я говорю, родители твои знают, что ты тут? Из взрослых знает только моя добрая бабушка. Но она заперта в клетке, вон в том фургоне. Это она посоветовала мне угнать фургон мороженщика. Это большой грех, мальчик, угонять чужие машины. Но я сделал это, чтобы спасти свою бабушку. Я понимаю, ты хотел помочь, но все же ты согрешил. Вот, держи, одень эту маску. Побудешь в нашем лагере, пока не искупишь вину за содеянное злодеяние. Но мне нужна помощь. Моя бабушка заперта. Ее нужно освободить. Я позабочусь об этом. Сейчас пойду и позвоню куда следует. А пока одень маску. Такие у нас правила. Поздравляю! Теперь ты один из нас. Не слушай его. Это ее любимчик. Тебе нужно срочно уходить отсюда, пока она не вернулась. Потом поздно будет. На самом деле монахиня злая и жестокая. И это место настоящий ад, но нам некуда идти, так как мы в основном сироты. К тому же мороженщик, о котором ты говорил, каким-то образом связан с монахиней. Он уже бывал тут когда-то. Думаю, это для тебя плохо закончится. А вот и он, собственно. Привет, худышки. Где ваша наставница? Пошла к себе в кабинет. Срочно уезжай. Недалеко отсюда есть автокинотеатр. Там есть телефон. Позвонишь в полицию, они тебе помогут.
Привет, мама. Роди, здравствуй, сынок. Давно ты не заезжал, а я как раз тебе собиралась звонить. Ставьте лайк за продолжение, и если хотите узнать, что будет дальше, давайте наберем 10 тысяч лайков. Ну и конечно же подпишитесь на канал, и не забудьте поделиться роликом с друзьями в соцсетях. Всем пока!